Два фола были на Кирьякове, признанного Бундеслигой самым удачным приобретением 92-го года. Именно он-то и отдаст голевой пас Юрану. Через две недели сборная России на снегу играет второй отборочный матч против Люксембурга на главном стадионе Лужниках. Подогрева еще нет даже в проекте. РФС предлагает перенести игру на приемлемое для футбола поле Торпедо. Гости отказываются, говоря, что для них играть на большом стадионе – вопрос престижа. Объявлено, что матч пройдет без зрителей, но в последний момент милиция пропускает на трибуны всех желающих. Вместо Ледяхова в состав попадает Радченко. Дебютант забьет второй и последний мяч в ворота гостей. Первый вновь на счету Юрана. Сборная России уходит на каникулы лидером своей группы. 4 очка из 4 возможных.